Хей, ОГС, с вами Шумки, и мы продолжаем пройти игру по названию Borderlands 2 DLC. Крошка Тина там и... Ну, просто либо настолочка, да, у нас. Ой, блядь. Пиздец, я только проснулся, нужно начать снимать, потому что уже времечко. Туда-сюда, надеюсь, мы... Я за этот залп пройду полностью игру. Так, у нас... Базука одна. Что по патронам у нас? Опа. Пипец, а патронов много надо мне. Ого. Чё-то даже не думал, что мне так патронов нужно много. Так, автомат. Так, ну мы... На горизонте показалась башня волшебника. И вы же думаете, что о том, что... Так. На пушке... И... Дамочек. Блин, что... Она без пауз считает, блядь. Хотя там запятые есть и точки. Это нарушение всех прав. Так, ну смотрите, мы в принципе поднимаемся наверх. Но эффект то же самое, как было в последней... Пропасть Торгмука. А как, когда мы поднимали... Орк Огненный Скаут. Как он? Как мы тогда поднимались по этому? Как, скажите мне, я скажу вам. Так, хорошо. А когда мы поднимались вверх по вулкану... Так, мне вот этот черный проход не нравится. Потому что... Что? Он черный! Правильно! Не, понятное дело, что, блядь, шутки, алло. А ты еще заблочит меня еще на ютубе? Нахуй надо? Бля, если бы, ребята, у меня был бы охуительный интернет... Да. Я бы only... Так, подождите, что я тут понял? Меня наёбывают. Не, снайперка что-то их выносят быстренько. Нужно было снайперку юзать все это время. Ну, блять, ладно, все-таки нет. Ну, у них шлем, вот единственное то, что для меня противник главный. Это шлем их нить. Ну, короче, насчет интернета. Если бы у меня был интернет хороший, а не так, как у меня скорость... при самой максимальной скорости, замечу, 5 мегабайт... Да, скорости. Это принимающая. Не-не, это дающая. А принимающая у меня... 14-15. Ну и даже если это не мегабайт, а мегабит, ну это, знаете, типа есть специальные сайты, там типа скорость показывается. Я за вот эти циферки имею в виду. Там 15 и... Ну, а при самом херовом у меня, допустим... Так, мне кажется, это мимик. А нет. А самом, о самом херовом у меня принимающая получается 4-5, а дающая 0-2-0-3, где-то так. Да, удручающая, да, скорость. Поэтому как-то так. Блин, а что не, нам с тем мужичком ничего не дадут, никакое задание? Сколько там это, контента было еще на первой локации самой? Пипец, где все патроны для моей эмочки? Вообще нет. Подождите, а у нас фул все. А только посмотрите на небо. Пошел красавчик-волшебник, бросается вас орков. Посторожней там. Херел. Он, ну... Ни хрена, а что ты такой? Агрессивный. Крэш, крэш.
Я не знаю, он что, типа, залагал? Что он такую скорость принял? Так, ну по идее тут еще много нам нужно куда идти. Ага. Нифига тут камешков, которые я могу использовать. Не, давайте я, наверное, сейчас здесь заберу то, что могу. И пойдем по низу. Даже здесь заданница. Сэр Ф... Эшафот. Дружба — это важно, добыча еще важнее. Где-то рядом зло. Недавно я убил дракона, но не нашел в него трупа ни одного пушки. Этому может быть только одно объяснение. Мои коллеги ниндзя лутеры, тебе нужно уничтожить их и вернуть украденное. А так. Разыскать сэра Зваром. О, да, там закрыто. Значит, когда мы все выполним, нам позволят что-то здесь облутать. Хорошо. Ну, он хотя бы тут недалеко, по идее, он либо там наверху, либо он вот здесь. Блять, он, походу, наверху. Сука. Побегушечки начинаются, да? Но нет, 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 никаких побегушечек. А, защита. Алтарь урона. Чего? Рукопашки? Рукопашки, боеприпасы. В принципе, мы можем просто пробежать, если что, я турельку поставлю. О-о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 -
Да. Я лучше пробегусь, нахер надо. А с кем они дерутся? Сэром? А, так это вражеский, подождите. Я думал, это союзники. Я думал, ему помощь нужно. Пипец, лучники быстрые какие-то. Все, вынес. Не, меня что, с катапульта хуярит? Ладно, пускай сами разбираются. Я тогда сюда. Так, таймер запустил. Это главное. Блин, ну здесь нужно дробовик брать, наверное. Тоже мимик. В кубочках не мимик. Опа, лесенка стоять. И зачем? Окей. Может, это, знаете, для любопытных, которые типа тоже их все лазят, смотрят на все. Так, там камень выпал. Деньги. Очень много денег. Я ничего не крал! Сэр Хэдшир сошел с ума! Клянусь, сошел с ума! Так, весь заколочен. Так, хорошо. Оу. Такое оскорбление я не терплю. Так, ладно, дробовик. А, так у меня щит сам так работает, нихера себе.
Манат. У него не было никакой добычи? Любопытно, значит, ниндзя и лутер был не он. Но все равно, разыщи остальные. Правосудие должно восторжествовать. А, совершиться? Я думал, восторжествовать. Слушайте, мне кажется, он быстрее нас на ее будет. Так, кстати, а что мне хотя бы за этот? А, мне нужно вернуться или нет? Или мне вот так нужно обойти? Походу обойти, потому что навряд ли мне вниз нужно к этим троллям продавать. Что у меня по месту? Подождите, 12 слотиков. А это не мой щит. Стоять. Или это мой? Ука. Вот это мой. Тихие максимум. Да, фу. Я думаю, где мои 19 как? Почему у меня вообще коррозия? Теперь все понятно. Не буду с ними драться. Больше времени потрачу. Да-да-да, волшебники. Лучше, легче пробежать, на самом деле. Есть соглы. Или неужели мне реально нужно вниз прыгать? Сюда забежим, посмотрим. Ворота. Так, еще один Эридика. Отлично. Так, собираем все. Что радиус у меня подбора маленький. Хочу чахнуть, блядь. Пиздец, нос чешется. Так, ребят, подождите, мне нужно сначала понять. Потом я к вам вернусь. Вау. Не, ладно, так уж и быть, я вас не буду трогать. Вон, я увидел, куда мне... О, здоров. Вон, я увидел, куда мне нужно, сука. Сука, сука, сука. Так, а куда мне бежать теперь? А теперь я заблудился. Так, мне нужно бежать было сюда. Мы также бежали, да? Кажется, да. Так, могу на пистолет... Ага, пистолет это у нас... Так, сэр, стоять. Не сюда забежал что-то. Блин, нужно было, да, все-таки там спрыгнуть. Видите, я немного, конечно, не угадал и не прыгнул не в ту сторону. Мне нужно, главное, вот этих как-то так пробежать. Ну блин, у них урон слишком большой от удара. Типа разъебать мне лицо на раз-два. Может, мне сюда нужно было пробежать? Мы что, тоже еще не были? Ой, так, стоять. Стоять, стоять, стоять. Все хорошо. Так, сюда пока что нельзя. Типа у нас будет локация, это серия. Если смотря, что это не такая уж большая локация. Сыра пюре. Блин, они, знаете, быстрее все похожи на вот эти... На еду.
Сэр Пюре. Тот еще как-то зовут. Там закрыто. Блин. Здесь тоже есть одна... Ух ты ж, ёбаный в рот. Очень есть охерительная пасхалочка. Связана с сериалом, который сейчас очень популярен. Что за бред? Я не ниндзя лутер. Но это нет времени. К оружию. Ой. Проклятие, у него тоже не оказалось добычи. Ну ладно, значит, меня предали последние из моей компании. Я в этом уверен. А что у него было? Просто палатка? Так, куда теперь? Замок, хорошо. О, пускай эти сражаются, а мы пока быстренько пробежим. Так, хорошо, пулем. А мы сюда же бежали, так? Потом я упал. Опа. Выше. Оп, тихо. Все хорошо. Главное, что у них нету замедляк. Замедля, если было бы. Так, нечестивое укрепление. Вы типа по когда будете по... Тихо. Да. Так и знал. Что все-таки где-то я встречу мимика. Блин, а я не помню, где тут эта пасхалочка охренительная. Вот там. А ну-ка, откроется. Да, кажется, здесь. Что ты мечи кидаешь, алло? Ну да, просто там модельки переделаны. А, вон. Куда мне нужно? Я рагу! Умри! Ниндзя лутер! Умри, лузер! В чем дело? У него тоже не было добычи. Любопытно. Ну, наверное, тебе нужна награда. Возвращайся ко мне. Не нравится он мне. Я буду бросать обычный кубик, потому что... Понятно, два, скорее всего, двойная награда. Ну, это такое будет. Смэш. Ты... Так, ты снова здесь. Займемся твоей наградой, хорошо? Жаль, что так вышло с моим товарищем. Если они не... Крали добычи. То кто? Ты можешь взять из сундука один предмет. Один. Значит, это был сундук. О, божественная судьба. М,
Мрачное понятие, итак, ирония истории. Реальные, так, взгляды на сложные, замечательные. Так, а теперь посмотрим на меня. Объясни, за что мне фигня сказал? Так. Я на самом деле думал, что он на нас нападет. Оказывается, это сундук просто на нас впал. Типа, знаете, я думал, сейчас начну лутать, и он такой втихаря мне в спину. Бац. И все. И все. Так, погнали, наверное, быстренько продам вещички. Там недалеко, ведь, да, бежать? Ну, в принципе, да. Фух, долетел. Повезло. А, так, готово. Так, здесь еще есть куда-то проход. Мне кажется, там просто проход. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Так, дайте я хочу еще этот камень посмотреть, фиолетовый. Вот этот. Ну, у нас патроны к дробовикам снайперской винтовки, так? Так. Ну, а там устойчивость к шкалу, ну, блядь, там в основном устойчивость. И еще что было? А, ну, ясно. Все ясненько. Так, отлично. Озергайся, орков. Нельзя лутер так стоять. Задание. Игра игр. О, видите, у нас еще в убежище что-то еще появилось. У нас в убежище еще появилась миссия. Так, я нейтральный добрый рейнджер, понимаете? А, блин, ну а у меня релиз изменился этот. Нейтральный добрый рейнджер. Может, она изменилась только в этой локации? Типа, знаете, под игру. Если был бы, типа, в пушке прокачивался, все какой-то был бы, типа, агрессивный там искатель. Либо типа того. Не знаю, можно же как-то по-любому это придумать. Блять. Короче, ребятки. Видели, наверное, уже серию с фильм. Да, та, наверное, нет, потому что серия с фильмом должна была выйти 7-го, а это сейчас серия. Тоже, наверное, 7-го выходит. Короче, в чем суть? По сути. По сути. Такая хуйня происходит. Я решил, а ну-ка, давай-ка я отрендерю видосик, да? На максималку. И подумал, ну блин, постоянно бегаю, да, там, допустим, в тот же секира. У меня минус камера. Ну как, не минус камера, а минус картиночка. По картиночке там вообще пиздец, просто мыло, размыто все. Ну и что оказывается? Я потратил ебучих 3 с чем-то часа. Я отрендерил 2 раза буферизацию сделал. В BR2, да? То есть она 2 раза у меня обрабатывалась. То есть вдвойне долго все это делалось. Под нужным количеством мегабит. Ну там, типа, скорости все такое. И знаете, что произошло? А нихуя. Качество-то не улучшилось. Так я рендерю за час, там, 20, да? За часик. А здесь я, блядь, рендерил дохуя и много. Ну, картинка та же самая. То есть, да. И не бьёшь, чем это связано. Я понял, хорошо. Куда мне тогда идти? Куда мне тогда идти? Вопрос. Для меня сейчас сложно понять, куда мне идти. Вот честно. Так, прикрывай меня спину. Ворот открыли? О, открыли, открыли, открыли. Они молнии херячат. Это больно.
Тихо. Хорошо, что я все попродавал. У меня теперь места много. Так, хилыч. Ладно, побежали далее. А по прямой или сюда? Давайте наверх. Ай-яй-яй-яй. Моя жопочка. Так, окей. Да-да-да. Так, кстати, а у меня карта все изучена? Ну, сюда мне не изучено. А, может, сейчас найдем туда проход. Пробежим, я не хочу с ними драться. Не скажу, что мне все равно так много дают. Чего-либо. А как мне пройти? Да. Ага, мне все-таки нужно защищать их. Я понял. Ни хрена вас тут. Ай-яй-яй, больно. Ну ладно, я их убил. Так, забираем. И валим. Блин, как-то бомба очень слабо притягивает. Слабые сундуки. О-о-о-о, черт. Тихо. Бежим. Нахер это мне надо? Так, мне как-то туда нужно попасть, да? А у меня только один проход, я понял. Ну? Почему они типа забронированы? Сука, лучников сколько? Сколько врагов? Мне нужно без эффектов пушки, поэтому... Ничего не знаю. Ой-ой-ой, тихо. Готово. Так, там же, да, еще был где-то. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Так, сначала лучников нужно убивать. Готово. Готово, тихо. Перезаряжаемся. Ворота скоро откроются? Паладины. И еще один паладин. Тихо. Блядь.
Готово. Готово, хорошо. Новый облик. Тихо-тихо, рыцари, это плохо. Максимум защиты. Максимум защиты. О, колдун. Нифига себе. Убьешь его? О, манай. Он в меня кастовал это все время. Давай, патронов у меня много. Это нормально. А, соврал. У меня патронов немного. Сейчас закупимся. Патрончиков. Инвентарь. Облик. Пушки. Так. Не, стоять, гранаты. Откроешься? Кажется, здесь пасхалка. Да, пасхалка здесь, но дверь не открывается. А, сейчас разберемся. Блин, уже время. Нам далеко еще бежать? Нет, немножко осталось. Подождите, я сейчас спущу на вас дракона, только нужно... Так, приготовьте камеру, наложите на карту... Так, вашей гиберклёвой. Дабстеп и получите настоящий хит этой хэда. Так, будет круто. Дракон из начала компании приближается. Бросок! Где? А я его не вижу. Так, стоять. Или давайте... Вау. Тихо. Дробовик тогда буду использовать. Ладно, я понял, дробовик тоже не вариант. А давайте все-таки я попытаюсь. Нет, не хочу пытаться. Роланд, остановишь его на секунду, я его взорву. Ай, я понял, классно. Значит, дробовик. А как он меня через щит херячит? Нормально, что там чайки летают? Еще один. Добыча. Мощно. Ха-ха-ха. Так ему. Фу. Вот, блин, ну ладно. Подумайте, еще свою... Сейчас убью. А, так, дверь открою. Так, давайте я пособираю сейчас все. Ну, считайте, да, это был босс. Следующий это у нас вышка. И это у нас красавчик Джек. О, иридия сколько? 60 иридии у нас. То есть, если нам придется с вами открывать, то мы с вами откроем.
Хорошо, что оно хоть не попадало все вниз. О, какой щит. А, такой дерьмо. Дерьмом. Так, хорошо. Эридий. А, бежим, во-первых, продавать пушечки. Тут все равно недалеко. И заканчивать серию, потому что следующий-то у нас подъем наверх. Как-то так. Выходит у нас. И я сейчас попробую, если откроется у нас дверь вот там. Она должна открыться, потому что там пасхалочка. Наверное, когда я сказал про... Вон. А, даже так. Ладно. Да, ладно, давайте я, короче, туда дойду. Если там ничего, локация не такая же большая, то можно закончить. Либо записать последнюю эту серию. Хотя уже 36, ну нахер. Сейчас забегу до двери и закончим. Поэтому давайте, наверное, хоть сейчас посмотрим, блядь, не знаю. По идее, башня это последняя, потому что там волшебник. Обитель дракона. Освободить королеву. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!